теме обсуждения путей национального и этнокультурного развития. На очередной весенней сессии Всемарийского совета «Мер-Канаш» встретились активисты национального движения «Мариэл» Татарстана, Башкортостана, Свердловской, Кировской областей и других регионов, где компактно проживают марийцы, всего более 100 человек. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с сохранением и развитием марийского языка, культуры и в целом национального самосознания. Так, по данным Марийского научно-исследовательского института языка и литературы, марийский язык в регионе считают родным лишь 79% представителей коренной нации. Поэтому главная задача на будущее – популяризация марийского языка. 10-й съезд народа Мари пройдет в марте или в начале апреля 2016 года. При подготовке к этому мероприятию мы ждем от жителей республики идеи и предложения на тему сохранения языка, культуры и обычаев народа Мари. Их можно направить либо письмом в общественно-политический центр, либо позвонить по телефону 42 45 53. На осеннем пленуме все идеи будут рассмотрены, и самые лучшие внесены в программу развития языка и самобытности народа. Еще одна важная тема сессии Всемарийского совета – обсуждение устава совета, который в ближайшее время будет размещен на официальном сайте организации.